Уважаемые друзья, я предлагаю вам посмотреть результат награждения в весовой категории 55 килограммов, потому что это опасная весовая категория. Раз Мавлет Батыров покинул, то эту весовую категорию придется защищать дагестанцу Залимхану Куцаеву. И здесь первыми, третье место завоевали Бекхан Гойгериев, Россия, и Бесик Кудуху. Обратите внимание на Бесика Кудуху. Это зверь, натуральный зверь. На второе место Лабазан Аскербиев. И на первое место поднимается Курбан Даурбеков. Вот они, призеры весовой категории 55 килограммов. Их схватки нам не удалось снять, потому что первый день, еще раз напоминаю, что камеры фирмы «Гелиус» были направлены совершенно в другую сторону. И, дорогие друзья, весовой категории 66 килограммов, вы схватки их не все не увидите, но обратите внимание, кто все-таки поднялся на пьедестал почета. Рамазан Ирбайханов, вот этот красной футболке, и рядом с ним стоит третье место Арслан Хуталиев, выступавший за команду Узбекистана. И на второе место, конечно, поднялся Анзалтынец Хаджимурат Абдуллаев. И первое место... Что такое? Раз. И первое место взял Ирбек Фарниев. Извинений за паузу.